Вот смотрите, я провязываю последнюю, тоже закрепляюсь, захватываю последнюю ножку и провязываю. Здесь можно, вы знаете, наверное, все-таки потому, что это мы тапочек немножко сделаем два, то есть мы закрепимся. И дальше мы начинаем провязывать столбиками без накида. Обычными столбиками без накида. Вот я провязала, видите, вот это будем выворачивать потом. Провязала, вот вяжем. Хочу обратить ваше внимание, вот эта сторона, вот где у нас изгиб, будет на одну петлю меньше этой, то есть мы отмечаем. Если это у нас заканчивается вот на этой петле, то есть значит последняя будет на одну петлю меньше. То есть вот эта сторона в наружной стороне тапочка у нас будет на одну петлю длиннее внутренней стороны тапочка. Так вот мы провязываем, вот отметили для себя, и отсюда начинаем привязывать наш тапочек. Вот мы подошли там, где отмечали, и начинаем привязку снова. Вкалываемся вот здесь и вот здесь, делаем здесь одно и сюда же в эту мы делаем вторую для того, чтобы наш тапочек закрепить. И дальше продолжаем, как мы провязывали, вот эту сторону привязываем. Захватываем здесь, подвели, связали. Снова. Так, подвязываем вот до нашего, здесь вот соединение, здесь снова с вами скрепляемся. И наш тапочек будет готов. Вот мы дошли до конца, соединились и можем обвязать нашу ниточку и закрепляемся. Ниточку можно вот продеть вот так вот между наших провязки, чтобы наш хвостик не был виден. Так вот. В принципе, это можно обрезать, можно не обрезать, потому что мы сейчас с вами их будем выворачивать. Так, берем, так как у нас вылочная подошла, и мы ее просто выворачиваем на лицевую сторону. Немножко тяжеловато, но потом это нас не пугает. Вот, вывернули, поправили. Вот наш тапочек готов. Вот так вот он выглядит. Вот. Такой вот тапочек у нас получился. Если есть нитки, у меня просто нету ниток, можно обвязать еще внутреннюю сторону. У меня нету, поэтому останется вот так вот. Всем удачи, до свидания.